По легенде учений, в результате короткого замыкания случилось возгорание в раздевалке на четвертом этаже главного корпуса спортивно-тренировочной базы. Огонь распространился на кровлю по стенам и стелле мансарды. Для тушения пожара было задействовано силы и средства подразделения управления МЧС в городе Донецке по повышенному номеру вызова 1 БИС. Обслуживающий персонал спортивной базы принял все неотложные меры. Оперативно вызвал пожарно-спасательные подразделения, организовал эвакуацию находящихся в здании людей, обесточил электросеть и начал гашение пламени первичными средствами пожаротушения. Кроме того, была организована встреча прибывающих пожарно-спасательных подразделений. Тем временем на место условного пожара прибыли сотрудники оперативного отдела оперативно-координационного центра управления МЧС в городе Донецке и дежурные караулы. Началась разведка пожара. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачены стены и потолок мансарды на площади 50 квадратных метров на четвертом этаже главного здания. Огонь распространился на центральную часть корпуса. Все люди эвакуированы. Получив эту информацию, дежурные караулы управления МЧС начали реализацию мероприятий, направленных сначала на укрощение огня и затем полностью ликвидацию условного пожара. С поставленной задачей личный состав справился. Для ликвидации условного пожара на тушение было подано 3 ствола «Б» по внутренним лестничным клеткам и 1 ствол «А» по автолестнице. В учениях были задействованы 4 единицы основной техники, 1 автолестница и 23 человека личного состава. По итогам учений оценка хорошо. Кира Думская, Первый муниципальный.